Вот такой вот пруд. Там вдали еще один. В Погореловке. Это вот наше место. Раньше за беседки брали 500 рублей отдельно. Это баня. Ребята сейчас парились там. Сейчас все бесплатно. Хозяин пришел адекватный. Не дерет. Как тогда, 1000 заплати. Поймал, не поймал, не волнует. О, что это, люцерна? Похоже. Трава. Там он, поля. Ну, вот так вот люди отдыхают. Там он. Машина там стоит. На входе. Эти на беседке там орали все утро. Вон мостик. По нему проходишь на этот берег. Такие вот пруды. Берег постепенно уходит в воду. Раньше можно было пройти, где эта беседка стоит. И это тоже уходит. Половье вот такое. На удочку вообще не клюет. Возле берега. Все чисто на донку и фидер. 4 штуки взяли. Грубо говоря, с 11 утра пока разложились. Приехали поздно. Ой. 4 карпика. Небольшие. По килограммчику. Ну что, не клевало? Посидим часик, а скоро поедем уже.